Блядская Мария и братья Акробатия. Надеюсь, все-таки мы их заферстраем, то и другое. Но не факт. Вообще не факт. Но посмотрим, как получится. Повезет ли. И надеюсь, будет не плацента. Пожалуйста, не плацента. Лучше, блядь, бандаж. Который будет пропать, правда, при этом еще. Нормально. Только, блядь, не плацента гейминг на ночь глядя. То я точно вообще-то сегодня еще опять спать не буду. Так. Больше карт на самом деле, наверное, не самое странное предложение в этом челлендже. Хотя, с другой стороны, не знаю. Таблетки тоже могут быть полезными. Тут могла быть кошка, но ее нету, к сожалению. Здравствуй, Эпик, еще раз. Здрасте вам. Так, еще можно найти, кстати, библиотеку. Библиотеку тоже можно найти. Там есть одна книжка. Или даже две книжки полезные, я не помню. Хорошо. Таблетки ем, потому что я могу найти какой-нибудь full health, да, или... Тут как Boss of Steel. Яйца нихера не дадут. Только full health или типа того. Ну или B-trip даже, кстати, тоже пойдет. И то, и другое приятно будет иметь ротации таблеток. Что если потом вторую найду, это будет хилка как раз таки. На светлое будущее. Просто хочу ли я чекать дьявола, кстати. Это вопрос очень тоже меня волнующий. На дьяволе есть кошка, и в принципе больше нихуя там и нет в плане выживания. Но там есть ножи всякие. Хотя ножа, по-моему, еще пока ни разу не видел. С момента его открытия. Окей, это заебись. Это больше DPS-а. И терзы больше, и дэмэджа больше при проке. Бабах. Благо опять норма, слезы медленно, это хорошо. Ну давай, Тринка, прокай ХП. Ты же умеешь ХП мне поддавать, правильно, каждую комнату. Ага, блять, хуи. Да надо хрен отец что даст, это Тринка. Но есть новость хорошая. Могу на халяву отходить в босс-рум, если ее найду. Тут благо чемпиона дают всегда. Окей. Мы вроде не под угрозой пока что. Я думаю, все же я зайду на сделку, потому что... Что-нибудь типа кошки или ножа может пройти игру. Причем примерно одинаково, наверное, приятно будет. Это не кошка. Вау, он это байт. Как же байтит. Как же подлюка байтит. Как же подлюка байтит. Ладно. А, инкуб слишком хорош, чтобы его не брать, он слишком, блядь, ты троллишь нахуй. Я не могу это брать. Эта тринка, она, конечно, кривая, косая, но она все же бывает, как подает. Тут эту тринку вообще нельзя выкидывать. Ну, пока у тебя кошки нет или типа того. Тут еще можно челлендж ломать. Я не могу тринку эту никак выкидывать. Ну, типа, я DPS получу меньше. Из-за потери контейнеров, но зато у меня... Инкуб! Инкуб это... Прикольно. Инкуб это хорошо. В теории, кстати, еще фортуна может не дать хп сразу на спауне. Так, а, кстати, босс-рума-то есть. Босс-рума-то есть, я даже могу в нее вроде сходить, по-моему. Кошка, 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 кошка.
Кошка. Не кошка, три, блядь, тролль-бомбы, нахуй. Вообще не кошка ни разу. Положим, давай. Расправлюсь. Это чемпион? Нет, обычный. Я справился. Ура! Здравствуйте. Так, у меня же будет full health, да, здесь? Так, начало хорошее, но... Но челлендж мы не сломали. А это печально. Я люблю его ломать, сука, с первых секунд. Чтоб точно его пройти. Что все остальное успех не гарантирует, к сожалению. Ладно. Смотрим, как дальше пойдет. Сейчас нас сразу бахну, наверное, автомат. Может, с него получу тут же хп. Ну, кстати, не флорит кейс, это хорошо. Ладно. Ладно? Я что, Каин? Я вроде не Каин. Фу, yes! А, ты да, тренька же вроде еще позволяет чаще хп находить, да, ведь при всяких автоматах, взрывах и прочих приколах. Это вроде же тоже так, по-моему, работает. Идеально. Пока живем. Пока живем. Так, сюда прохода нету, ну и ладно. Персу я бы хотел сходить, наверное, попозже. А что, кстати, есть хорошее в магазе, кстати? Что есть в магазе хорошее? Банка, да? Банка на хп. Банка на хп есть хорошая, наверное. Больше такого ничего не помню, наверное. Что еще может сильно прям помочь? Ну, банка на хп точно есть. А, и фэннипэк. Ну, фэннипэк, ну, фэннипэк такое, да. Фэннипэк в теории, конечно, работает, но что-то, мне кажется, он как-то... это момент истины. У меня книжки еще не все открыты. Шанс очень большой. Типа, если это оно, то это оно. То это... ГГ. У меня ключа нет, подожди. У меня ключа нет. Wait. Можно ключ? А можно ключ? Нужен ключик. Нужен ключик. В магазе. Возможно, деньги тратить пока не хочу раньше времени. Посмотрим. Посмотрим. Стол. Обалдеть. Сильный сундук, сильный. Не надо, мистер Крот. Мистер Жополис. Идите прочь. Тараклот. Ну, ради одной карты, по сути, в основном. Типа купить карту за 15. Карты усиленные не особо нужны. Любая карта меня спасет и так. Мне не особо прям нужны усиленные версии карт. И, типа, покупать карту за 15, как будто дорого покупать карту за 15. Бля, охуенный босс. Пиздатый босс. Ну. Бомбы есть, ума не надо. Дьяволу. Так, это на самом деле хорошо. Я, возможно, только что удалил книжку. Из той библиотеки. Ну, смотри, ключа реально ни одного не упало. А точно был в магазе ключ, или... Ты просто это предположил? Это было ваше предположение, что там был ключ. А. Положил. Тогда хуёво. Его нихуя нет. Сука. Охуеть. Ты нахуй издеваешься, нахуй, твари? Пиздец. Реально ни одного ключа нет. Вау. Вау. Вот это говна, это аж нахуй просто.
Это говна этаж. Вот это говна этаж. Тогда теперь, наверное, имеет смысл Таро Клодбрайт, да. Там скорее не полет, а юстиция, наверное. Жесть. Просто жесть. Фант. Вторая хуй знает где. Хотя, может быть здесь, я не знаю. Может быть, окей. Ладно, хорошо. Прекрасно. Превосходно. Уже нашли. Нет, все же не оно. Ну ладно. Хотя в каком-то смысле, слушай, наверное, эта книжка даже лучше. Она может дать хп. Шанс, сука, маленький, правда, блядь. Там 4 заряда. 4 заряда. Ну, я так все хп проебу синие просто в пустоту. Наверное, все же это плохая идея. От букв сина играть. Или неплохо, блядь, я не знаю. Мне кажется, это очень маленький шанс. Тринка, я вот не думаю, что она влияет на букв син. Сомневаюсь, это влияет на букв син. Как будто маловероятно это. ДПС хороший, это правда. Типа, книжка мне, возможно, и не нужна. Хотя как хороший ДПС? ДПС у меня просто от креста в основном. Правильно. Ну ладно, попробуем, попробуем. Может быть, это как-то сработается, может быть. Песня в левом верхнем углу. Но. Да, если я зря делаю, ну ладно. Так, аркада меня может спасти. Это спасает меня в каком-то смысле, да, ведь? Это может быть две тычки, но я не уверен, что это даже две тычки, кстати. Я прям не уверен, что это так работает. Стоит ли еще нажимать книжку? Даже пока, по идее, не особо страшно, поэтому я не прям боюсь пока еще. Что побаиваюсь маленько, но не прям боюсь. Не прям боюсь. Легко побаиваюсь. Так, все, теперь вроде все нормально. Опять. И опять не оно. Это снова не оно. Вы что, троллите нахуй? Как нахуй? Жесть. Книг столько и просто нет. Просто ни в какую не находится. Я так скоро все книжки уже посмотрю, по-моему, в этом сиде. Офигеть. Две подряд библиотеки в этом челлендже. Такая удача на самом деле дикая. Хотя бы даже одну найти библиотеку, не то что две подряд. Но толку никакого. Но в принципе ладно, не, на самом деле толк есть. Даже буква син меня может спасти все же в теории. Это возможно. Типа портал вроде не особо тоже полезен. Как мы сходим в Кёрсу, кстати? ПП, потому что я это... Я хелсап нашел, таблетку съел. Да, это Блуди Мэри. Да, я могу паролить книжки. И в принципе, да, это, наверное, не самая хуёвая идея. Это, по-моему, охуенная идея. Мне все равно ролить нечего. Сделки я ролить не могу особо, у меня все равно... ПП их брать-то особо нет. Это умно. Это умно. Это с умом. Это с умом и чильно. Ролить книжки, дайте ролить книжки реально. Думаю, шанс сейчас уже большой, потому что я найду книжку. Серьезно. По-моему, осталась последняя книжка.
Как будто вот это уже книжка последняя осталась. Которая одна правильная. А типа, а что еще осталось? Не, давайте посмотрим. А что осталось? Что у меня еще есть из книг? Две на ХП. Белиал. Джамп. Кукбук. Эта хуйня. Книга грехов. Библия нет, да, наверное? Все, Библия осталась. Последняя. Некрономикон был скелетный, у меня нету, откуда на меня будет, я еще фаготно вообще не открывал. По-моему, две книги осталось. Секрета нету, секрет тоже, это Unlock, это Иден. Идена я еще тоже не играл. Буквально осталось две книги. Пуля. А, не, еще самонаводка, да, вот. Самонаводка, три книги осталось, окей. Ладно, три. Чуть больше, чем казалось. Наверное, полезно. Две по две одинаковых. Яйкс. Ну ладно. Ну, удача вроде не особо мне нужна. А вот, кстати, сундук-то я бы открыл, наверное, все же. Пусть будет. Ладно. Все еще не в безопасности. Нисколечки. А вот это хорошо. А вот это прекрасно. Ладно, если будут такие проки, то нормально будет. То сыграем вполне чильно. Здорово. Тоже здорово. Потому что челленджи игра не учитывает смерти в челлендже. Поэтому они отдельно идут. Алтарь, к сожалению, я не заюзаю. Только сегодня его открыл. Кстати, пока, по-моему, все сделки, да, прокали? Вообще, по-моему, все. Я пока и сам не сбивал, и сделки все сами с собой прокают. Забавно. Билд хороший, билд приятный. Я думаю, этого хватает вполне, чтобы нормально это про говно проходить. Нет, алтарь не дает то, что у тебя уже есть. Это не Берсрайт Эдена, которому вообще похуй на все. Ему похуй даже на то, что он сам дает. Он может давать три одинаковых айтема. Алтарь так все же не работает. И инфестит. Карта. Бла-бла-бла. Эта карта на финал пойдет, наверное. Надеюсь, не Буков Син будет давать хп сейчас стабильно. Эту карту надо на шео оставлять по-любому. Крест не алтарится, нет. Крест не заалтарить. Иначе я бы это уже давно бы сделал. Прям сразу же. Блин. Окей. Сейчас уже нет сделки. Так, ладно. Book of Sin. Пожалуйста. Justice. А вот и пригодилась, кстати, усиленная Тараплот хуйня. На удивление.
Вот она и пригодилась. Ну, как будто это можно пройти, как будто все неплохо. Как будто чуть паука на голову не посадили. Как будто. Вроде нет. Еще скорость. Скорость 2.0. Ну, ладно. Некрополис. Некрополис. Сраные маски. Отвратительная комната. Омерзительная нахуй комната. Хотя вот теперь, даже если будет кошка, я ее не беру, наверное. Кстати, потому что на одном хп играть — это тоже хуевая идея. Типа теперь уже кошку поздно брать, скорее всего, в этом челлендже. Тут кошку надо находить, все-таки пораньше надо ее находить, не так поздно. Либо нужен хелсап, хотя бы один сразу на земле, чего уже, скорее всего, не будет. Денег очень много. Так, фулл карта, но мне кажется, я... Блять, я почти успел, слушай. Я могу успеть? Так ли, ну? Можно попробовать. Нет, не успел. Пики. Так, пошли обратно. За сун-картой. Если дерганы. Спиди-гонщик, блин, на бетоне. Так, будет магаз? Магаз будет, окей. Это полезно. Это что-то тоже полезно, да ведь? А, босс. Это полезно, окей, это use book of Sina. Надо брать все синие хп, что видим. Это очень даже и полезно. Да! Найс. Этаж какой-то огромный. Гигантский этаж. Еще и тупик. Ладно, есть плюсы в скорости, я могу это всех убежать. Никто меня не догонит с такой скоростью. Да.
Аккуратно. Уф, нет. А чё еще мёрз на карты, если нихуя не надо? Буковсин, еще три этажа точнее. Нет, два этажа. Это Шевел. Я думаю, должен затащить. Думаю, должен. Ока. Хотя бы одно хп, и можно идти дальше. Ну, хотя бы не на пол хп начинать этаж фармить. Чё, стрим? Ну вот. Пока так. Получается пока так. Ёб твою мать, аккуратно. Завтра будет, скорее всего, только один такой стрим вечерний. И потом еще в понедельник какой-то стрим, а потом стримов не будет. Скид-стрим. Пока не закончу. Пока я его не выключу. Что-нибудь? Потому что не проплатил аренду стрима. Поэтому стримы закончены. Все. Увы. Короче, вопросы. Может, и не будет? Но может быть не навсегда. Может быть временно. Потом можешь вернуться. Если себя вести хорошо будет. Это Boss of Steel. Это Boss of Steel! Надо нажать. Бэбик, да, Бэбик похож на этот, как его, Spirit Sword. Но не на Дамоклс. На меч похож, который айтем пассивный. Да, господи, я шучу, дракон. Не напрягайтесь больше, чем надо. Все еще будет. Когда-то все еще будет. Просто зачилитесь. Надо просто зачилиться. И все будет хорошо. Как же блядскую мэрию можно First Try пройти? Тупо чилить. Бля, надо бэксейбер одно хп все стоит. Вот ей-богу того стоит. Тем более бесплатно, считаем. Дали холсап тут же. Нормальная тема. Нормальная тема. Так, опять аркада есть. Да можно, наверное, это так сыграть. Значит, а надо было с ним сыграть. Нахуй я его... Я еблан. Нахуй я его... Взорвал-то. Ладно, мне, видимо, лень сюда фармить. Просто лень. Я вроде столько много зарядов, что я думаю, так найду хп. Где я его хуй найду? Я его теперь хуй найду. Как назло. Как назло, нахуй, да? Как назло. Хуй. Нет. Нет, нахуй. Три батарейки подряд. Ладно, нашел. А все, я, кстати, могу уже просто на все нажимать, кстати. Мне уже нихуя не надо. Мне уже больше ничего не надо. Можно уже играть на все деньги. Окей. Ладно. Мы вроде в тотальном порядке. Забираем с собой сан-карту. Пусть охуенная рума сюда на пол хп зайти. Классная рума. Просто балдежная. Вообще не чильная. Вообще никакая рума не чильная. Вот в такой руме хуй почилишь. Невозможно. Главное, сан-карта не проебать раньше. Окей, я вроде не проебусь.
Двойняшка. Все, нормально. Все, шикарно. Аккуратно. Естет. Много батареек. Так, это если я еще лицо потеряю. Бонусное хп осталось. Ну, а ран хороший. В принципе, не прям идеальный расклад, но опять же. Я говорю, Блоди Мэри намного лучше ебана Ультрахарда. Намного более честный и адекватный челлендж. Я могу зарядить. Ну хоть, а зачем? Да, наверное, не надо. Похуй, просто санкарту нажму сразу. Чего же выебываться? У меня проблем редко прям много с Блоди Мэри. Как-то обычно все равно играется. Хоть как-то. Тут типа да, хп есть, есть от чего играть, есть что можно вообще хоть придумать. В отличие от Ультрахарда, где просто нихуя не дают, только писька по лбу порой. Все, что тебе дают. Тут гораздо больше чего можно выдумать. Но в целом то, что как бы Ультрахард был создан, по-моему, при Afterbirth Plus, как бы это говорит о многом. Это же АБ+, по-моему, это АБ+, челлендж, да, ведь? Ультрахард. Я прям уверен, что это Afterbirth Plus. Это прям в духе Afterbirth Plus, а. DLC. По-моему, это оно. А чё он завис? Видимо, Бэбик его убил. Какая-то карта. Какая-то карта бесполезная. Это тоже бесполезно. Да плюс. Забавно. Причем я думал долго, что это Afterbirth, но нет, это реально Afterbirth плюс. Там прям куча странных. Хотя там, в принципе, покемены есть. Там что там добавили, получается? Покемены. Даже какие там еще были челленджи? Мозги тоже оттуда? Не, по-моему, мозги это Afterbirth. Подожди. А что там еще было тогда? Там было 5, да, челленджа новых? А, рот наоборот, день дурака, покемены, ультрахард и понг. Ну то есть да, это прям в духе. Они прям все, плюс-минус все об этом. Что какая-то типа рандомная дресня. Буквально, типа рот наоборот тоже это... Просто тест нахуй удачи, что Ультрахард. Что день дурака, по сути, тоже. Плюс-минус. Кто-то около. Они прям все похожи. У них прямо одна, прям это. Один вайб. Просто разная степень, типа, это, ублюдство. Так что да. Это прям как будто не просто так. Как будто прям их так делали намеренно. Чем тест это сам делает внутри, нет, челленджи? Потому что он же вообще очень мало, типа, имел отношение к Afterbirth Plus. Он буквально почти считай его не делал. Он там хуйней всякой маялся между делом. Ну, может, даже это не его идея. Хотя, может, и его. Ну, хотя, не, Ультрахард, мне кажется, это явно его идея. Вот Ультрахард это точно его идея. Я прям уверен, это прям его, блядь, почерк. Эх, трофей не порулился. Так, ура. Есть бафомет. Это охуенный тринкет. Ну, вот это параш еще было бы пройти. С ферстрая неплохо. Ну, кстати, тоже челлендж. Говна. Но у меня, по крайней мере, нету скарт-бомба, нету данг-депса, поэтому шансы больше на успех, пока всякий кал не понаоткрывал. Так что думаю, лучше сейчас его пройти попробовать. Тест брата, да. Братский тест. Первый забег за братьев еще и в челлендже. Ну и думаю, на этом сегодня
как бы и закончим, наверное. Так, опять нам книжки дают. Так, это здорово. Я ж могу каждому взять по книжке. И братья будут умные. Братья ботаны будут. Опять же, нужно что? Правильно, нужен блядский ключ. Где его найти? А, да, тут, кстати, еще это. Бесплатные приколы. Я люблю бесплатные приколы. Так, таблетки. Окей, ладно, я рад, что я съел сам эту таблетку. Она оказалась вкусной. Карты стоит проверять. Карты стоило проверять. Окей. Окей. What the fuck? What the fuck? Сегодня, похоже, хорошая РНЖ на челленджи. Чё-то, походу, сегодня норм. Ну, получается, чё, всё? Сердце и нога пройдены. Осталось до них дойти, блять. Как-то. Осталось до них дойти. Всего-то ничего. Надо, кстати, бомбы иметь всегда в этом челлендже. Особенно на боссов. Нужны бомбы всегда в огромном количестве. Это проблема. Смотрим. Посмотрим, посмотрим. Так, есть полет, кстати, есть полет. У меня есть полет. Этим можно пользоваться, пытаться. Вообще зря я открываю, наверное. Я не хочу попасть на дьявола. Тут дьявол вообще не нужен. Муха, кстати, охуенная. Муха охуенная. Муха будет тащить, мне кажется, весь забег. Тут муха, это капец зайдет. О! Этот зайдет маленько. Тоже пусть будет. Возрождалка, это все равно хорошо. Любая хуйня, что может дамажить врагов, она на вес золота. Просто на вес золота. Потому эта муха просто охуенная будет, мне кажется. Нормалек. Нормалек. Так, брат, жри, наверное. Я тоже одно съем, чтобы сделки не терять. Стоп, что? А почему я его не задамажил? Это было странно, но я... Ладно. Не знаю почему, но... Неважно. Кстати, там бомба будет, я могу взорвать Библии. Меченый. Да, ну нет, нахуй. Зачем так делать? А. Ок. Плюс 4 урона. Нормально. Не, ну походу мы начили. Походу мы реально сегодня начили. А, мы немного не начили. Мы немного напрягли булки, но чуть-чуть. Маленько. Эта рума даже без нахуй двойных врагов. Пиздец, говна. Кусок. Охуеть. Блядь! Я не тем укололся. Плохо. Ну, ладно. Что это было? Это было Драузе. Собака. Ты собака, я собака. А! Бля, правда, сделку поставил, ну ладно. Ну похуй, хотя бы я ее получил. А подожди, я теперь не могу, да, ее сбить. Бля, я теперь еще проебал и полет. Надо было, наверное, в конце все же открывать его. Надо было попозже открывать красный сундук. Ну, тупой стример, что с него возьмешь? Порылый. Ладно. Ну ладно, зато... Зато не, все-таки я хочу, наверное, меченый бабахнуть. Может, будет бомба или просто будет синий хп. Теперь, по идее, нет смысла скипать, кстати. Сделку, потому что я все равно ее видел. У меня теперь уже не будет ангела, гарантированно. Блять, тут маппинг есть. Ладно, неважно. Маппинг не покупается все равно. Скоро закончу после этого челленджа.
Бери ты. У тебя меньше хп. Нет, это не Делик, это Син Дабл Челлендж за братьев. Он довольно уебанский, потому и решил его пораньше пройти. Потому что когда будут всякие данкдепсы, блять, скарт-бомбы, это будет еще в 5 раз хуже. Тут хотя бы части херов это же еще нету. Хотя бы что-то еще не открыто. Все равно думаю, чуть попроще должно быть. Ну и пока так и вроде и получается на самом деле. Пока так примерно и получается. О, брат, держи-ка ты петрушку. Держи, брат. Что-нибудь паролем кайфовое. Может быть. Блять. Блин, блять! Охуеть! Блин, блять, плюс охуеть. Тут не два суперпрайда. Хотя не факт, что это было бы хуже. Нет, это было бы хуже, они бы еще могли бомбы, сука, спамить. Да ёб твою мать! Где соси, обоссы, блять, урод. Пан Эдмунд. Так, пока живем. Там за черное хп было, подожди. Где-то было черное хп. Надо вернуться. Тебе возьму, наверное. Хотя надо было наоборот сделать, наверное. Ладно, насрать. Примерно один черт. А, тут было такое хп. Ну туда я его и заберу. У меня полет есть. Сорян, брат. У кого полет, тот и забирает. Пробовал. Пробовал. В общем, похуй. Бля, надо было брату дать, у него хп меньше. Зачем у него белое хп? Ладно, у него белое хп есть. У брата хп вернется. Маленько, не все, конечно, но маленько вернется. Брат потерпит. Брат потерпит. Братом можно было, но я не думаю, что получилось бы. Это было бы неудобно. Там, блядь, очень короткое окно. Invincibility. Плюс им очень неудобно вообще управлять. В принципе. Я зря вообще взял ему эту хуйню. Это была ошибка. Это была ошибка. Жри, брат. Жри это хп. Так, ну кстати, если будет кошка, кошку брать надо, правильно? Кошка это вроде бессмертие. Почти бессмертие. Что надо, все равно чекать сделку, посмотреть, что там дают. Может, что-то и полезное. Дорвись. Ёпта. Ну хотя ладно, это хорошая версия фистула хотя бы. Это чильная версия фистула. Мэтченые. А у меня бомб нет, нихуя я бомбу поставил красиво. Без бомбы. Бомба без бомбы, да? Так. Ну, вообще, знаешь, это можно заобузить. Так что да. Пусть будет так. Ладно. Пусть будет так. Пускай мы залочили, я думаю, это не так уже фатально на этом этапе. Бомб такие. А были бомбы в магазине, я не помню. Не было. Может, на первый еще один. Это Хайрофант. Let's go. Иди, брат. Хотя вообще, знаешь, брат, нахуй я тебе отдал хп, у тебя же книжка на хп есть. Что-то хуйня, брат, получилось. Надо было мне забрать хп. Ну ладно, надеюсь, я выживу. Наверное, выживу. А! Хуйня, брат, пройдена. Вот и прошли, брат. Наверное.
Ладно, приятно. Еще один минус идиотский челлендж. Спик все меньше и меньше остается. По сути, что, где еще можно затроллить? В репе, наверное, в основном. Ключ может затроллить, в принципе. Там бывают очень хуёвые лейауты. Картошка, кусок говна. Иногда, хотя не так часто. Но типа в теории можно умереть, наверное. Чё еще есть? Трэм-трейнер, понятно. Это... Акулу пофиг. Мозги. И тоже обычно просто долго играть приходится, но не прям больно. По-моему, и все так-то. В основном вроде и все. Надо бы книжки свапнуть, наверное. Хотя... Ладно, у меня кошка есть, наверное. Не так это важно. Хотя мне умирать нежелательно. Потому что у брата тоже хп обнулится. Так что мне все еще выгодно иметь побольше хп черного. Снова, думаю, да, где-то 3-5 челленджей, где что-то в теории может пойти не так. Так что довольно здорово. Пока все довольно здорово идет. Не считая, в принципе, ультрахард, все пока сладко идет с челленджами. Нажимаем. У меня... Он. Что-то плюс 2. Со математику любим. А, можно я пройду? Ну да, кстати, руна тоже в тему. Тоже удвоение, вправду. Черевод. Не, вроде не надо. Билд, конечно, очень сильный. Офигенный ран. По-моему, это один из самых сильных, наверное, вообще моих ранов, наверное, в этом челлендже. По ощущениям. Безумно хороший сит. Ебать. Их тоже двое. Всех по два. В принципе, логично. Это блайнд. Зря я беру блайнда, да? Скорее всего, зря. Что, уже судьбу испытать? Нихуя вас тут насрало. Отлично. Не, ну в принципе, вроде тоже нормально, ладно. Ладно, нормально. Не так плохо казалось. Или ты... А это не возьмешь. Это не возьмешь. Ну и ладно, ну тогда и не надо. Траншайдов не два, как от Дамокла. Да нет, это уже был бы перебор, наверное. Зачем столько много? Нахуй я нажал, надо было оставить. Ладно. Так, свап. Свапаем книжки. Давайте так это разыграем. Гридир нет. Гридир еще не открыт. Еще рано. Пока еще рано.
перед гейзером. Завтра, может быть. Не, завтра мы еще, по-моему, не начнем гридиер. Еще рано, там еще лилит надо закрыть. Трилит надо открыть-закрыть. Там много чего надо еще хорошего открыть. Еще много чего не открыто. Чтобы играть грид. Что завтра вряд ли. Вообще не факт, что я начну грид до уезда. Смотрим. Успел. А, погоди, я кое-что понял, что я могу сделать. Я же могу сделать два импера. Я что-то понял. Внезапно. Блять. Не надо только умирать, пожалуйста. Нажимаю. Да уезжаю. За Хьюминой поеду. В Москву. Потом обратно. Надеюсь, в Москве тоже не будет жары. Надеюсь, там не будет жары. Заебала жара уже за две недели. Уже зиму хочу. Не хочу. Жара, я вроде видел, да, что там тоже жара на выходных. Ну, типа, я приеду, благо, не на выходных, может. К тому времени, может, уже уйдет она, эта жара. Может, она нахуй уйдет к тому времени. Может, там тоже дела вроде будут, надо будет все равно по улице ходить маленько. Придется. Здорово, ебать. Да нет, я тебя брать не буду, наверное. Нахуя. Я с другой стороны. А хотя, а нахуя я это сделал? Наоборот, лучше бы на 2 хп остался. Я еблан. Надо было наоборот сделать. Ну ладно, в принципе, похуй. Мне надо тупо библию зарядить, и в принципе, ран пройден. Ладно. Чё я парюсь? Нахуй я парюсь? Мы же чилим. Нахуя я парюсь? Чем я парюсь? Тут забег пройден. Чем переживать? Надо пройти две румы. Правильно. Две румы. Раз рума. И два с рума. И все. И пройдено. Все. Изи-пизи. Даже книжка он перезарядилась. Все. До свидания. Летели. Типа, хопа. И хопа. И до свидания. Даже поебал получил. Ладно. Хорошо. Прекрасно. Хороший стрим. Не насрали.